Нижегородская область опустилась в рейтинге инвестиционной привлекательности среди всех регионов на 59-е место. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Павел Солодки. Рейтинг был составлен агентством стратегических инициатив. В первую очередь эксперты оценивали усилия местных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Анализ показал, что в нашем регионе предприниматели сталкиваются с большими трудностями даже на самых первых этапах своей работы. В итоге получается, что бизнес пытается выжить не в конкурентной борьбе, а при взаимодействии с госструктурами. Слабое место – это, в первую очередь, это техприсоединение к энергетике, к газу, к воде и теплу. Это провальное у нас, потому что некоторые регионы сегодня уже сделали одно окно, где вообще предприниматель может прийти и, строя объект, он подает заявку и получает тех условия и работает. У нас нужно бежать все эти ведомства.